Привет! Начинаю делиться с тобой полезной информацией, которую я знаю и которая, возможно, тебе тоже пригодится. Сегодня мы поговорим про уход за жирной кожей. Что такое жирная кожа? Жирная кожа – это, в первую очередь, более плотная кожа. Более плотная кожа, которая сопровождается повышенной выработкой кожного сала, расширенными порами, и как результат на ней при неправильном уходе достаточно легко появляются те или иные высыпания и раздражения. Жирная кожа в первую очередь требует очень тщательного очищения. Она, в принципе, требует очень тщательного ухода и правильно подобранной косметики. К сожалению, тот тип кожи, который у нас есть и которым нас наградила природа, изменить невозможно. Поэтому, если у тебя жирная кожа, то у тебя два варианта. Либо смириться и наслаждаться всеми теми подарками, которые тебе регулярно твоя кожа преподносит, либо понять, что у тебя именно жирная кожа, принять это и научиться с ней дружить. То есть научиться чувствовать, понимать потребности твоей, именно твоей кожи и давать ей то, что она хочет. Именно в этом случае твоя кожа будет не просто жирная, но она будет жирная и контролируемая. Самое главное в уходе за жирной кожей – это очищение. Жирную кожу очищать надо двумя способами. Первое – это ежедневное очищение жирной кожи. Ежедневное очищение жирной кожи должно происходить минимум 2-3 раза в день. В идеале утром, днем и вечером. Днем, даже у меня получается очень редко полноценно очистить кожу, поэтому давайте остановимся на том, что утром и вечером мы нашу жирную кожу очищаем тщательно. Внимание, тщательно не значит агрессивными средствами. Тщательно это значит умыться, смыть с кожи все остатки косметики, все остатки загрязнений, но не пересушить нашу кожу. Поэтому для ежедневного умывания и для ежедневного очищения жирной кожи мы пользуемся мягкими очищающими средствами. Второй тип очищения – это эксфолиация либо скрабы. Эксфолиацией мы занимаемся 1-2 раза в неделю, не чаще, просто потому что если мы это делаем чаще, то наша кожа не успевает восстанавливать свой гидролипидный баланс. Одна из самых больших ошибок по уходу за жирной кожей – это пересушивание. Если мы начинаем пересушивать жирную кожу, наша кожа выделяет еще больше кожного сала, она начинает защищаться от нашего воздействия на нее. Чем больше мы сушим кожу, тем больше кожного сала и высыпаний будет на ней появляться. А жирная кожа имеет один очень серьезный плюс, о котором не стоит забывать, это то, что жирная кожа медленнее всех стареет. То есть, если ты счастливый обладатель именно жирной кожи, то конкретно у тебя морщинки появятся значительно позднее, чем у всех твоих подруг и сверстниц. Итак, повторюсь еще раз, надеюсь, что это будет не лишним, что жирная кожа – это точно не проблема. Это то, что на данный момент решаем, и решаем легко. Поверьте мне, жирная кожа может быть красивой, может быть ухоженной, более того, она должна быть красивой и ухоженной.